значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звучание буквы С не вызывает раздражения. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Это уравновешенные индивидуумы, уважающие справедливость и порядочность. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука Д. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.